Администрации могут оштрафовать и еще одного подрядчика. Развязку на второй Брянской запустят недостроенной. Все потому, что генподрядчик Сибмост опять срывает сроки. Напомним, суд обязал закончить работы к 1 ноября. Но сегодня, во время инспекции развязки главы города, стало понятно – строители опять не успевают. Погода уже не позволит в этом году уложить финальный слой асфальта. Эдхам Акбулатов, тем не менее, дал поручение запустить движение до конца ноября. Также мэр намерен добиться крупного штрафа для подрядчиков. В ноябре можно завершить работы на этом объекте. Да, это будет незавершенный строительством объект, то есть не будет уложен финишный слой асфальта, это нельзя делать. Финишный слой асфальта необходимо будет укладывать весной уже. Но, тем не менее, движение может быть открыто. Я попросил сейчас, чтобы, начиная с 1 ноября, начался процесс обсчета штрафов. Штрафы, скорее всего, будут серьезные.